эмоция от Вепреди, что 5 лет вместе и не хуже, а лучше, лучше, еще раз лучше. Москва, 2013 год. В пятый раз прошел финал крупнейшего в России конкурса интернет-проектов «Вепреди». Местом встречи финалистов, инвесторов и членов жюри стал гиперкуб фонда «Сколково». За победу в конкурсе боролись 715 проектов из 100 городов и 21 страны. Призовой фонд составил 1,5 миллиона рублей. Проекты-участники «Вепреди» охватывают все области интернета, от технологичных решений для бизнеса до приложений, которые мы ежедневно используем в своем смартфоне. Очень хорошее впечатление. Запомнились несколько качественных презентаций, которые я видел. Вообще достаточно высокий средний уровень проектов. В отборе и подготовке конкурсных проектов приняли участие более 80 экспертов. «Вепреди» давно не только про веб, «Мастеркард» давно не только про карты. Поэтому нам интересны стартапы, нам интересно, что происходит в индустрии. На выставке во время финала все гости смогли увидеть в действии лучшие конкурсные проекты. А члены жюри определили финалистов в основных номинациях. Но первый раз в «Вепреди» приехал в Сколково. Поскольку это самый крупный в России интернет-конкурс, то для нас принципиально важно это партнерство, потому что это один из источников самых лучших стартапов, которые мы в том числе можем привлекать и в свою экосистему. Несомненно, конкурс выиграл от того, что увеличивается количество проектов из регионов и даже из других стран. И вообще, конечно, Вепреди традиционно это, наверное, самый сильный конкурс. Помимо конкурсной программы, на форуме Вепреди работали сразу несколько площадок для нетворкинга. Пересаживаемся по часовой стрелке. На инвестиционной сессии VC Corner 2 часа шли индивидуальные встречи проектов с инвесторами. В рамках менторской сессии участники финала получили индивидуальные консультации и возможность найти наставников для своего бизнеса. На сессии Talent Track были представлены 15 коротких кейсов об управлении командой в IT-компании. Пока члены жюри выбирали победителей, на главной сцене инвесторы и основатели уже взрослых стартапов обсуждали, куда и как нужно вести проект, чтобы добиться успеха. Просто сам факт того, что вся эта публика собирается в одном месте и смотрит ваш проект разом, да, это уже очень-очень большая ценность. Впервые награды на Вепреди были вручены сразу в 9 номинациях. Основные номинации «Seed», «Startup» и «Grow» различались по степени зрелости проектов, от бета-версий до истории успеха. Дополнительные номинации были учреждены партнерами конкурса. Вепреди – это одна из моих самых любимых тусовок. Здесь хорошие люди, здесь классные стартапы, приятно здесь находиться. Участвуй в Вепреди 2014.